Всем привет! Хоть и рано, но смотрите, никого нету в отеле. Еще 2 дня всех вывезут, наверное. Останется пару человек. Вон там ресторан, вернее столовка, он уже закрыт, буквально там несколько блюд у них. Сейчас еще кое-что покажу. Ну вот этаж. Ау! Мама дорогая, никого! Вот говорю, один, может, номер или два на этаже у нас. О, голый Василий. Сейчас еще кое-что покажу. А вот еще покажу кое-что. Просто я заметил. Вот этот стакан. Вот он. Он стоит 5-й день. Его никто не убирает. Да и вообще никто ничего не убирает. О, голый Василий. Между прочим, единственный хозяин этого отеля заплатил зарплату всем и отправил половину людей. Остальные отели дали по 10-20 долларов и все. Так что вот как-то так. Всем привет.